Дорогие друзья, Министерство внутренних дел России и оркестр Московской полиции благодарят медицинских работников за их самоотверженный труд. Отдельное спасибо волонтерам, а обычным гражданам за их понимание и поддержку в вопросах борьбы с коронавирусом. Мы вместе в этой борьбе. Мы вместе! Часы, и скоро вернусь в сердце мое, наша семья. Вы это все, что есть у меня. Даже если мы сейчас не вместе, все равно вы рядом. Нам груди твой крестик. Мы вместе, мы вместе. Стрелки вперед, но мне не забыть день вчерашний, верить и ждать, переживать, звонить и звонить на домашний. Здравствуй, родной, мой дорогой.